Новость, скорее всего, 25 мая нас отсюда выведут, наш полк. 25-го, да, примерно? А да, куда примерно вас... 25 мая нас под Воронеж отправят на доформирование. Но я пошлю их всех к далекой матери, напишу рапорт на увольнение. Обратно уже никуда не поеду. Нет, а другого варианта нет? То есть нет, вот другого, обратно другого, в Клинцы? Другого варианта нет. Нет, только если увольняться. Только если увольняться. Мы же это, полк спецназа же, мы весь район взяли, значит, мы должны дальше пилить. Какой полк спецназа еще? Ну, какой это... полк? Нет, просто мы весь район, тут весь район брали, Изюмский, поэтому, видимо, нас считают спецназом и не вывозят. Ну, ты же в этом обеспечении. Я в обозе, да. Да, в обозе. Да. А ты в машине сейчас или чем Мама, ты занимаешься? Все мои машины давно уже сгорели. Мама, уже некого обеспечивать. У нас с батальона 50 человек осталось. Кого мы тут обеспечивать будем? А сколько было? 450. Да ты что? Да.